Я всех приветствую на канале Райский сад Натальи. Сегодня хочу я вас познакомить своим опытом подготовки питоний, рассады питоний к высадке в грунт. Сейчас я их уже подготовила, сформировала кустики, несколько раз обрезала. Вот, наросли с пазух листьев много-много веточек, но дала процвести основным сортам, потому что я черенковала, и чтобы затем определить, какой сорт у меня будет. Вот их столько посеяла, затем черенковала. Прекрасно все наросли. Ну, вымахали, конечно, вот такие палки есть. Я их перед высадкой обрежу, укорочу. Ну, вот здесь видите, сколько веточек, много-много. И перед высадкой рассады в грунт за сутки я опрысну такими препаратами. Это эпин. Разведу 1 мл на 5 литров воды и сделаю опрыскивание. Адаптоген, защита от заморозков, от замыкания, от солнечного излучения, от засухи. Под корень сделаю, под корень полью цирконом 1 мл на 10 литров воды. На 10 литров воды циркон прежде всего увеличивает количество корней, улучшает корнеобразование. Плюс все остальное, и веточки наращивает, и цветение улучшает, увеличивает, и яркость цветов будет благодаря этому препарату. А за час до высадки вот таким препаратом органическим полностью HB101. Одна капля на 1 литр воды за час до высадки в грунт. Я этот метод уже испробовала сама несколько лет. Все получается у меня хорошо. Результат отличный. Вот как нарастают мои. За выращивание рассады у меня видео отдельно есть. Там можете пролистать, найдете. Вот сколько веточек сформировалось. И все это теперь готово к высадке в грунт. И чтобы лучше и быстрее и безболезненно прижилось, надо все-таки рассаду подготовить. Так что удачи всем. Пусть все цветет у всех.